Приветствую вас. Первое, что мне бы хотелось вам сказать, это то, что, в принципе, ваша позиция относительно того, что вы хотите поговорить с человеком, который бы вам помог во всём разобраться, она, в принципе, верна. То есть действительно лучше всего вам здесь может помочь именно это, то есть именно личная беседа, именно индивидуальная консультация для того, чтобы хорошо разобраться в том, что с вами происходит. Потому что а, в любом случае а, какие-то детали а, будут а, упущены а, так или иначе. А, ну, просто потому что а, жизнь она большая, вот, а вы здесь описали а, только небольшую ее часть, я уверен, далеко не все вы написали. Вот. И так далее. А, то есть ваш подход, который вы, значит, наметили, он верный, он правильный. Но почему-то вместо того, чтобы данный подход реализовать вместо того, чтобы данный подход как-то, ну, так сказать, воплотить в жизнь. Вы, если я правильно понял вас, ну, предпочли оставить все как есть, то есть вы не не начали работать а, индивидуально с кем-то из коллег моих. Вот. Что наводит на мысль о том, а, насколько вам вообще важно а, то, что у вас сейчас происходит, насколько вы заинтересованы в том, чтобы а, решить вашу проблему. Дальше идем. А, значит, я не могу разобраться в себе и в своей жизни. А, значит. Давайте так. Давай, давайте, давайте так. Давайте Вот прямо здесь, да, на этом месте. Если а, предположить что вы разобрались со своей жизнью. Если предположить, что вы э, разобрались в себе, в своей жизни, что вы будете делать? Что произойдет тогда? Ну, может быть, с вами, может быть, с вашей жизнью. Вот. Что произойдет? Как вы думаете? Что случится? А случится то, что вам а, придется что-то менять. Случится то, что вам придется жить по-другому. Случится то, что вам в вашей жизни придется а, делать какие-то перестройки, принимать а, несколько а, другие, может быть, а, решения, которые вам а, вполне, вероятно, а, могут не нравиться. То есть тонкость вся в том, что когда вы не принимаете каких-то решений. Когда вы не, э, ну, не делаете выбора, вы получаете что-то от этого. Вы имеете какой-то результат от этого. Вы имеете какую-то пользу от подобного поведения. Понимаете? И вот а, правда в том, правда в том, что нужно постараться увидеть вам, что именно вы получаете. От того, что не принимает решений что-либо делать. Дальше идем. я четыре года замужем, а муж практически идеальный, но с самого начала семейной жизни мы часто ссоримся. А, ну, конечно же, я не могу не обратить а, внимание на определенное Противоречие, которое мне а, здесь кажется совершенно очевидным. А это противоречие, оно заключается в том, что мужчина идеальный вроде бы, но при этом вы все равно с ним ссоритесь. То есть он идеальный, у него все хорошо, но вы все равно с ним ссорите. Возникает вопрос. Так либо он не идеальный, а все-таки. Либо вы ссоритесь, потому что считаете его слишком хорошим, может быть, для себя. Понимаете? То есть здесь нужно обязательно а, увидеть, ага, из-за чего вы а, ссоритесь. Вы говорите, что инициатор ссор вы, но не говорите, а, почему именно. То есть инициативы ссоры, а, ладно, но э, какие цели вы преследуете? Ведь э, вы же ссоритесь, вы же ссоритесь, вы понимаете, что вы инициируете ссоры? Это вы понимаете, что именно вы инициируете? их значит у этого есть причина а, вам нужно вс у вас есть ага, а в этом потребности у вас есть в этом нужда вопрос а, в том в вопрос в том Какую цель преследуете вы? А, Реальная эта цель или нет? Там что если, если, например, цель, допустим, нереальна, нереальная, и она, эта цель, а, грубо говоря, живет только в вашем а, воображении, только в вашем осознании, то ссора получается это всего лишь средство. А, можно предположить, что а, вы ссоритесь потому, например, что а, вас а, что-то не устраивает, да, потому что вам а, что-то не нравится. Можно предположить, что вы а, ссоритесь потому, что считаете себя... А, ну по каким а, либо причинам а, хуже, чем а, ваш муж, который идеален. то есть вы как бы а, как бы а, склонны идеализировать его, идеализировать своего мужа. Вот. И тут, конечно, очень важно важно понять. А, в uh, чем причина того, что вы что вы его идеализируете? То есть, uh, для чего вы его идеализируете? Понимаете? А uh, вряд ли здесь uh, может быть случайно. То есть, ну, смотрите сами. Uh, человек идеальный... Вроде как, но вы его все равно вы с ним ссоритесь. То есть это противоречит. А, Итак, и причины ссоры, и, и, и ваше инициаторство ссор а, подлежит разбору. А, ну, например. Например, да, например. А, например, а, что... Допустим, вашей семье э, было принято так, ну, 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 ну опять же, например, да, э, 40, 40 Но а если так, то вы вынесли определенный урок, что что с э, тем, теми кого мы, например, любим, да, обязательно нужно ссориться. Это не всегда нужно реально, но кто знает, может быть, по-другому вы и не умеете проявлять любовь. Если так, то этому нужно учиться. То есть проявлять любовь, нужно учиться. И это э, далеко не так э, сложно, как, например, может э, показаться на первый взгляд. Но с другой стороны, если вы находитесь с э, человеком, которого, э, которого вы считаете идеальным, но при этом вы же а, с ним ссоритесь можно ли говорить о том что вы его а, ну что вы любите себя мне мне думается что нет потому, потому что если 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 вы а, если вы а, себя любите если бы вы любили себя точнее, то я не думаю, я не думаю, что вы позволили бы себе а, находиться вот в этом, вот-вот в таком а, состоянии, в таком а, стрессе. Ну и, соответственно, если вы не любите э, себя или если есть э, подозрение э, в, том, в том, что вы себя не любите, то, соответственно, вы не можете и, э, друго, ну, и другому человеку э, дать э, то, же, то же самое. Вы не можете другому человеку а, дать, по сути, дела, а, люб любви, любви. Ну, просто потому, что это невозможно. Невозможно а, проявлять кому-то любовь, не любя при этом себя. Дальше. А, значит, ну да, мне кажется, я его больше больше не люблю. Значит, это абсолютно чужой мне человек. А потом проходит время, и снова, и снова его люблю, у нас все чудесно. А, ну, знаете, вот опять же, я не могу знать, как вы сами считаете, да, то есть, что вы сами думаете. Я не могу этого знать, потому что мы с вами не общаемся, вот. Но... Как вы думаете, любовь это а, нечто такое, что а, приходит и уходит? Или любовь это то, что либо, либо есть, либо этого нет? То есть, знаете, если вы, а, например, например а, согласны с тем, что любовь может а, приходить и уходить, Uh, тогда у вас все нормально. Тогда у вас все замечательно, тогда у вас все здорово и uh, помощь uh, психолога вам вообще не нужна. Если вы считаете, что uh, любовь это то, что uh, либо есть, либо нет, то есть если вам эта позиция близка больше, ну, соответственно, тогда вы, наверное, понимаете, что то, что чувствуете вы. Um, то, что есть у вас, это как бы не совсем любовь. То есть это нечто, это нечто, что вы называете любовью, что вы можете считать любовью, но это не любовь. Потому что она не постоянно. И в этом вся суть. То есть вы его не любите, но возникает вопрос. А если я его не люблю, то а, что же тогда? Что это за чувство, которое, которое во мне? Я же что-то чувствую. А вы чувствуете не любовь, а, а потребность. Вы чувствуете не любовь, а нужду, например, в человеке. Вы чувствуете не любовь, например, а необходимость быть э, с человеком. Ну, в отношениях. Может быть, именно... Именно потому, что вы э, боитесь остаться одна, Понимаете? Но это опять же неизвестно. Это нужно, нужно разбираться. Это нужно посмотреть, э, Так это на самом деле или нет? Понимаете? Вот. Дальше идем. А, так, значит, несколько раз пытались развести. А, тут тоже очень интересный а, момент. Вы говорите о том, что а, пытались. То есть, а, вы пытались. А, вот как вы сами а, себе это представляете? Мы пытаемся. А, Во-первых, вы не можете пытаться. А, потому что пытаться может только а, кто-то из вас. Есть, ну, каждый из вас может пытаться а, по отдельности. Так, я бы сказал. Вы не можете вместе пытаться рассетиться, потому что у... Каждого человека э, есть ответственность за э, то, например, что он делает. И у меня вопрос э, к вам. Если э, убрать то, что вы говорите, что мы пытались, если убрать это и оставить только то, что делали вы, <laughs> то есть то, что именно вы совершали для того, чтобы развести, что останется в каком остатке? Ведь понимаете же Наверное, что развод, развод, это довольно тяжелая эмоциональная процедура. И если, например, вы сами решили развестись, что вы разводитесь, четко понимая, а почему вы это делаете. Если вы не решили разводиться, то вы не разводитесь. Опять же, четко понимая, почему вы это решили не делать, например. У меня здесь складывается такое ощущение, что за множественным числом, которое вы используете, вот за множественным числом мы, а, за этим числом, за мы, вот этим вот мы. А, мне кажется, что а, вы прячете, вы прячете, а, ну, может быть, свою неуверенность. Вы прячете. Может быть, э, свои страхи, опять же, вы э, прячете э, свои желания, понимаете? О. И тут нужно сказать вам э, самой скорее, чего я хочу, понимаете? Дальше. А, всегда передумывали пытались дать друг другу еще один шанс. Понимаете, а, какой момент? Это очень такая игра, ну, достаточно часто, которую играют люди, а, что я, мы сперва разводимся, а потом вроде как мы опять вместе, да, и... Как бы все вроде хорошо. Вот. А, на самом деле, на самом деле, а, если вы а, не принимаете каких-либо решений конкретных, а, вот при, например, а, ри, а, при а, соглашении дать себе еще один шанс. Да друг другу еще один шанс. Если вы не принимаете, не не а, принимаете каких-либо решений в этот момент, то а, лишено какого-либо смысла то, что вы делаете. Почему? Потому что ничего не изменится. Потому что Uh, Все будет uh, по-прежнему, понимаете? У меня вопрос: насколько uh, оправдано было то, что вы давали друг другу шанс? Опять же, почему вы, почему вы оба говорите вы, почему не вы лично? И о каком Шансе э, идет речь, да? Если ваш мужчина э, вроде как, ну, ну, по вашему мнению, по вашему описанию, он идеален, как вы говорите. То есть о каком э, Шансе после встречи идет. Разве идеальный мужчина требует шанса? Разве идеальному мужчине нужно давать шансы? Вот. Какой вы шанс ему давали? В чем вы давали ему шанс? Ну, то есть, э, в чем он э, по вашему э, мнению, например, э, да? должен был а, меняться. Вот. Понимаете? Это тоже важно. Это не работает, а, не работает это а, так, что вы просто дали сам человеку и все, он исправился. Может быть, он э, тоже целенаправленно делает какие-то вещи, которые вам э, также целенаправленно могут э, не нравиться. Поэтому шансы друг другу э, вы, скорее всего, э, давали именно э, для себя. То есть вы даете друг другу шансы. В надежде, в надежде, э, что человек перестанет, например, э, вести себя как-то. Ну, как-то, э, как-то так как он э, себя вел, а он не меняется, и отсюда разочарование. И отсюда опять э, э, ну какой-то э, разрыв в отношениях. При том, что он вроде как идеальный, да, и при том, что у него вроде как э, все хорошо, понимаете? То есть, здесь, опять же, ваш мотив нужно выявить. Вы ему шанс давали, а, ну, что-то поменять, например, или вы себе шанс давали, понимаете? А если вы э, себе шанс давали, то шанс в чем, шанс, шанс, шанс чего вы себе давали. Дальше, э, значит, вот уже долгое время я не испытываю к мужу никаких чувств, мне просто все равно. О, ну, смотрите, опять же, опять же. А я не испытываю к мужу никаких чувств. Мне все равно. Да? Хорошо. Если вы не испытываете к мужу никаких чувств, если вам а, все равно, а, как вы говорите, да? То зачем вы тогда с ним? А, что вы хотите от него, что он по вашему мнению а, должен вам, например, ведь вы же от а, него, вы же не ушли от него, вы же а, до сих пор, до сих, до сих пор а, находитесь в его жизни. При том, что э, вы не испытываете к нему вот. Что означает автоматически, что вы его используете. Просто. Для своих целей. Каких-то. Понимаете? Не то чтобы это э, плохо было. Мы здесь э, не э, морализаторы. Понимаете? Но вы же сами страдаете, получается, от того, что э, мучаете, э, от того, что мучаете э, э, себя и мучаете, собственно, человек. Вот. Ну, и если так, если вы мучаетесь, э, то это можно исправить. Но вопрос в том, хотите ли вы это? это опять же. То есть а, вы долгое время не испытываете, может, что? Окей, что вы делаете? <coughs> 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 что вы делаете? <coughs> что вы делаете? <coughs> вы, дел вы пробовали отношения, а, например, с другими мужчинами. Вы пробовали а, там, ну, встречаться с другими мужчинами. Вы пробовали взаимодействовать с другими с другими а, мужчинами или как? Что вы делали? А, решили снова разводиться. Я хотел уехать в другой город. А, интересная такая, знаете, а, позиция у вашего а, мужа, если, если а, честно. То, то есть, когда вы его любите, а, как я понял, то он вообще принимает вас. А когда вы его не любите, то мужчина, в общем-то, совершенно спокойно решает с вами развестись. Он, а муж, я имею в виду, а, позицию свою имеет а, по тому, что с вами происходит, или нет. А то как-то странно, а, странно получается. То есть э, он просто ждет, пока вы в очередной раз решите с ним развестись. Так? А, Что-ли? А, я, если честно, не думаю, что эта позиция, она а, его красит. И если он а, всегда был таким, ну вот, скажем так довольно безвольным. То нет ничего удивительного в том, что вы от него хотите уйти. Но опять же, тогда интересно знать, а что для вас а, в таком случае а, идеальный мужчина. То есть, на мой взгляд, человек здесь не идеальный, а он либо тоже боится вас потерять а, и, и тоже нерешительный, такой, а либо он, ну, преследует какие-то свои цели, и, либо он уже за э, столько времени вас э, всерьез вообще не воспринимает, вот. То есть, опять же, понимаете, странно получается, странно получается просто. Такое ощущение, что мужчина просто а, ждет, когда вы с ним разведте. Если вы не дохотели разведете, он такой, а ну ладно, ладно, все. Я тебя, я тебя а, принимаю обратно. Вот. То есть мужчина ведет себя странно в, эту, в этой ситуации. А не как человек, который... Ну, например, э, например, заботиться о себе. Не как человек, который, знаете, переживает за себя. Не как человек, который, знаете, любит себя и ценит. Скорее всего, скорее всего. Рано как, как и вы. То -то это бы, в общем-то, здорово бы объяснило наличие между вами а, такого вот а, такого рода отношений немного странных немного немного а, зависимых да, и так далее вот дальше Значит, и вот теперь когда до предполагаемого ответа осталось совсем чуть-чуть я уже готова снова, снова пер, пер, передумать. Пишите вы. Ну хорошо. Хорошо. А, Во-первых, сколько... Сколько это чуть-чуть до переезда? То есть сколько это ну, конкретно. По времени. Потому что пока вот не очень понятно, э, сколько чуть-чуть. Это сколько? Два, три дня, четыре дня. Вы говорите, что я готов снова передум передумать. То есть такое впечатление, что вы а, забываете о том, что изначально а, стимулировал вас на а, подобную, значит, а, ну авантюру не авантюру на подобные модели э, поведения на подобный выбор на подобное решение вот. такое впечатление что вы об этом забыли ну и значит вам нужно э, вспомнить об этом о том, почему вы решили от него уйти. О том, почему вы решили развестись. Напомните себе это. Вот. Но я полагаю, Я полагаю, я полагаю, что... Сейчас на передний план вышли совсем другие эмоции. Я полагаю, что на передний план сейчас, э, сейчас вышли совсем другие чувства ваши. Которые затмили как бы э, все то, что вы думали и все то, чего, чего вы Соответственно, хотели. Вот. Вопрос в том. Вопрос в том, что это за чувство. Вопрос в том, какие это чувства. Вопрос в том, какие это желания. Вопрос в том. Что сейчас? Именно сейчас для вас а, 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 э, актуально? Вот именно сейчас на данный момент что для вас актуально? Знаете, а, у того, что вы разлюбляете периодически своего мужа, а потом опять эм, проникаетесь к нему, к нему, да, а есть причины, у этого есть причины, то есть есть причины, по которым вы то разлюбляет его, и, и, разлюбляя, вы хотите от него уйти, то, наоборот, влюбляетесь в него и хотите с ним быть. И эти причины – ваше желание, понимаете? Эти причины – ваше желание, то, чего вы хотите, то, что вам нужно то как вы привыкли это получать, что то есть грубо говоря, как вы э, привыкли достигать того, что вам нужно, э, что что вам хочется, что вам необходимо Привыкли ли вы достигать этого э, своими, например, э, силами? Или привыкли вы достигать этого э, э, силами и ресурсами других э, людей? Понимаете? Вот это и определяет то, как вы относитесь к мужу. Это и определяет ваши э, критерии поведения понимаете вот ну а тут соответственно уже а, почему вы выбрали именно такую модель поведения почему вы выбрали именно а, такой вектор отношений это я полагаю уже идет из, из вашего а, детства из ваших установок э, и так далее так далее то есть на этот вопрос, мне кажется, э, только вы сами э, знаете ответ. То есть мы, мы вам его, конечно, э, можем э, подсказать, <с Piggy> да, безусловно. А, но я думаю, что ответ все равно э, нужно будет искать э, вам а мы что только вы знаете почему вы выбрали, выбрали такую модель поведения и а, самое главное хотите ли вы а, что-то с этим сделать опять же всё, тот же вопрос да дальше а дальше идем значит так я не могу понять, то ли это из-за страха перед новой жизнью в чужом городе, то ли что все-таки хочу сохранить семью. Ну, смотрите, э, страх э, перед новой э, жизнью э, в чужом городе э, должен быть чем-то обусловлен. То есть э, считай так, у этого страха есть основания. То есть вы считаете, считаете, что жи жизнь в другом городе, в чужом городе опасна. Вы считаете, что жизнь в чужом городе, в другом городе тяжела. Понимаете? И вопрос заключается в том, Откуда у вас сформировались данные представления? На основе чего они сформировались? Неуверенность а, в себе, в собственных силах? Хорошо. Тогда в чем конкретно? неуверенность в себе в себе ну и в собственных силах а, какие-то установки убеждения взгляды на подобное хорошо у этого тоже должны быть причины у этого тоже должны быть основания понимаете дальше вы говорите, а, желание сохранить семью. А, может быть и так. А, может быть вы и хотите сохранить семью. Но является ли то, что есть у вас, семьей, на самом деле? Вот а, что... Пожалуй, меня а, в первую очередь интересует. То есть, насколько можно а, считать семьей то, что у вас есть? Насколько можно считать а, семьей? то, что вы то любите своего мужа, то не любите его, то вы хотите быть с ним, то вы не хотите с ним быть, то вы э, любите его, то вы не любите его, то вы в нем нуждаетесь, то вы в нем не нуждаетесь, знаете какая, какая история? то есть э, вот можно считать это семьей? Является ли это семьей? Хотя бы, ну вот по вашему мнению, так как вы это воспринимаете, является ли? Если да, это семья... Хорошо. Если да, это семья, то окей тогда сохраняйте семью. Но вам нужно понимать четко, зачем вы это делаете, что вы хотите получить от семьи, должна ли она, может ли а -а -а, вам что-то дать. Потому что в противном случае вы все время будете требовать что-то от мужа, от семьи, от детей, если у вас появятся. И не будет в этом, в этом а, ничего полезного. Ни для вас, а, ни для вашего, вашего мужа, которому тоже, кстати, тяжело боюсь ошибиться и зря расстаться с мужем. Ну вот видите, вы говорите, боюсь, боюсь ошибиться и зря расстаться с мужем. Что значит зря расстаться с мужем? Вы либо любите его и хотите быть с ним, либо вы не любите его и с ним быть не хотите. То, что вы говорите, боюсь, зря э, расстаться с мужем, говорит о, о том только, что за всем этим, за всем этим стоят ваши какие-то желания. Ну, я не знаю, как, которых вы может, может быть. Не осознаете, может быть не увидите, потому что вам стоит расстаться с мужем хотя бы только потому, что вы его не любите. Потому что ну вы не будете счастливы с человеком, а, которому у вас нет чувств. При условии, как вы уже сейчас живете. Понимаете? Но. И дальше, последнее, что вы пишете, хотелось бы пообщаться с человеком, который может помочь разобраться в этой ситуации. Хотелось бы пообщаться с человеком, который может помочь разобраться в этой ситуации. А я, пожалуй, не слукавлю, если скажу, что большинство людей на этом ресурсе могут вам помочь. Я, пожалуй, не слукавливает и скажу, что а, большинство людей на нашем сайте а, занимаются тем, что помогают в подобных ситуациях. О. Понимаете? Но вопрос заключ... заключается, как я понимаю, не в этом. А в чем тогда, если не в этом? Знаете, у меня есть такое подозрение, что если бы вы хотели а, уже а, найти этого человека, реально, а вы бы нашли? Вы бы уже поговорили бы с ним? Вы бы уже... Давно бы на консультациях были и так далее, потому что достаточно было а, бы просто посмотреть а, профиль экспертов, посмотреть, а, как они работают, и в принципе все. Но заметьте, заметьте, вы этого не сделали. И у меня вопрос, опять так, а вы чего хотите? По большому счету. Ну, может быть, по факту, если угодно. Что вы, что вы тогда хотите? Вот вы говорите, хотелось бы пообщаться с человеком. А, ну вот, допустим, допустим, есть я, допустим, есть другие, да, люди, которые вам могут помочь, как вы будете выбирать ответ из, эм, ну, довольно большого количества ответов, согласитесь? Поэтому здесь а, я рекомендовал бы вам, а, все же, а, еще бы а, подум подумать, а, значит, а, подумать о том, чего вы хотите в Что вам нужно в Чего вы ожидаете в Oh. И готовы ли вы реально делать а, что-то для того, чтобы а, ситуация изменилась. Ну, потому что а, она по себе, она не поменяет, к сожалению. Вот. вот так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, на ваш. А, надеюсь, что... Помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы его сделаете лучшим. Желаю вам всего доброго и удачного выбора вам того человека, который может помочь вам решить ваши проблемы.